Всем привет, с вами Нойса. И сегодня мы с вами играем в игру под названием Spider, в которой нам предстоит убегать от огромного ужасного паука. Кстати, это игра от создателей Rainbow Friends. Поехали, нажимаем играть. Настянка готова, Настянка всегда готова. О, лес наш, как всегда. О, дядя Боб. И поэтому ты никогда не тянешь чужой, а что ты там? Ахахахаха, что-то тебе весело. Ну серьезно, ты хороший ребенок, Настянка, я горжусь тобой. Не плакать, не плакать, не плакать. Как это мило. Так, стоп, а что? Почему мы здесь? Опять лес какой-то. Почему все всегда происходит в лесу, что-то странное? Разбегаемся по дому, насколько я понимаю. Можно, пожалуйста, чтобы паук сразу же меня не нашел? О, кто-то батарейку нашел, нифига. Так, тут надо красный ключ. Нам нужен красный ключ, ребят. Open from бункер. Кажется, я видел что-то снаружи. Все, паук вылез. Что, вылез? Я слышу какие-то звуки. Кажется, он вылез. Тут везде паутина. Нам срочно нужен красный ключ. Срочно нужен красный ключ. Надо его найти. Но мне кажется, он в какой-то комнате другой должен быть закрытый. Так, тут синий нужен. Здесь у нас лестница нужна. Где-то должна быть лестница. Я не знаю, зачем мне ключ. Мне кажется, он мне вообще не нужен. У тебя лестница была? Так че ж ты молчал? Тьфу ты. Что тут еще есть? Все? Тут больше ничего не надо делать? Тут ничего не собрать? Что? Я думала, тут еще что-то можно будет сделать. Ну ладно, погнали вниз. Ребята что-то очень активно все ищут. Так, синий ключ, синий ключ. Тебе нужен синий ключ, и надо его сюда вставить. Сюда, 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 сюда. Давай, открывай. Ну, открывай же. Что это? It's real. Реально, it's real. Все такое стрёмное. Почему я нашла за все это время только ключ? Мне нужно его где-то использовать. Ребята все разбежались, они... О, паук! Ишкин кот, вот это паук. Не-не-не, в задницу иди, в задницу иди. Я потерялась. Мне надо выйти отсюда. Выйти надо как-то, я не знаю, куда-нибудь убежать. Тут фиолетовая дверь открывается. Он за мной не идет, слава богу. Так, может, здесь нужен ключ. О, ключ, отлично. Есть. Кто-то упал уже, кого-то забрали. Так, желтый ключ нужен. А тут что дальше? О, здорово, а что ты тут делаешь? Да, твою мать! Я не думала, что так будет. Так, ладно, а как залезть сюда? Желтый ключ положил обратно. Кто-то упал. Ё-моё, 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 там еще одного убили, нас мало остается. Его можно как-то закрыть? Так, сарай есть, бункер нет. Нам что-то нужно включить. Надо еще одну батарейку найти, что ли? Зеленый ключ, красный ключ. Что нам надо, как понять? Давайте красный ключ. Я слышу, слышу паука, слышу. Где-то он бродит, где-то ходит. Нужно срочно открыть красную дверь, может, она мне чем-то поможет. Для начала надо ее найти, потому что ключ у меня есть, а двери это я вообще не вижу. Это костер вот этот шумит так или что? Чего так страшно? У нас еще 7 минут есть. Ё-моё, он поднимается! Может, здесь все-таки что-то, может быть, какая-то еще дверь? Нет, здесь ни хрена нет. Вообще ничего. Он меня не нашел? Пока что я ничего не вижу. Так, здесь баллончик. И зачем нужен баллончик? Он поднимается наверх, поднимается наверх. Сейчас мы заблудим его. Вот так вот уходим. Где нужен баллончик? Я не представляю, где нужно применять баллончик. О-о-о, вот это полезная штука. Надо будет запомнить, что она здесь лежит. Может, сюда? Вау. Обалдеть. Нам нужен баллончик зачем-то. Надо понять, зачем. О, я это включила. Есть! Всего лишь надо было включить? Серьезно? А это нельзя включить. Тут батарейка, наверное, нужна. Или что-то еще. Синяя штука какая-то. Так, ладно, вылазим. А, все, тут открыт фиолетовый ключ. Надо найти. А где я вам его найду? А вдруг все сдохли уже? Я одна осталась. Так нельзя, ребят. Слышу паука, слышу паука. Фиолетовый ключ надо найти. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Сюда ползет, сюда ползет, сюда ползет. Господи, как страшно. Надо быстрее найти фиолетовый ключ. Фиолетовый ключ. Пожалуйста, пожалуйста, фиолетовый ключ. Срочно! Где он может быть вообще, я не представляю. Сюда идет, опять сюда идет, сюда идет. Не-не-не-не-не, не поднимайся, даже не думай, даже не думай. Что сделал, что он сделал? Уходим, уходим, уходим. Почему я бегаю просто по кругу? Кто-то мне может помочь вообще? Вон, кто-то есть, кто-то есть, кто-то есть. Я с тобой, я с тобой. Стой, ты нашел фиолетовый ключ или нет? Да как ты не нашел? Это ж просто невозможно. Ёшкин кот, ёшкин кот, ёшкин кот. Прыгать нельзя, прыгать нельзя. Слава богу, спасибо, что ты его когда от меня отходишь, отходишь, убираешь, убираешь, убираешь. Чего не стреляет паутина? Он же может стрелять паутиной. Он может как-то нас, я не знаю, что-то сделать каким-то образом, чтобы нас поймать, как-то задержать. Давай на второй этаж, нам надо облазить второй этаж. Может быть там может быть ключ какой-то. Так, что тут? Тут ничего нет? Серьезно? Тут вообще ничего? Спусти... Твою мать, как я испугалась! Нет, а кто-то умер опять, да? Да, я что, одна осталась? Нет, тут кто-то еще есть. Фух, слава богу, ребят, помогите, умоляю, помогите. Ребят, умоляю, помогите, умоляю, умоляю. Че, не отвернулись просто, че? Почему я одна здесь бегаю? Может, они мертвецы, ну просто как-то возродились? Что есть у нас вообще на втором этаже? Я от него убежала, все, все нормально. Но я не понимаю, что тут есть, чтобы нам что-то зайти и взять можно было. Где паук, я его слышу. Очень страшно, безумно страшно. Нам где-то надо взять фиолетовый, мамочки, его ключ. Вот он, вот он, вот он. Все, я его взяла. Хорошо, что я сюда зашла.
зашла все-таки. Главное мне сейчас не умереть, пожалуйста, не умереть. Ты знаешь, что такое не умереть, Настянка? Пожалуйста, скажи, что да, там паук прыгает, господи, он прыгает, мамочки мои родные. То есть нам нельзя прыгать, а он может прыгать? Так, спрыгиваю здесь, иду открывать. Он, кажется, застрял, он застрял, он застрял. Пожалуйста, 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 проходим, проходим, мы выбежали, мы выбежали. Я выбежала, я сама выбежала. Игра окончена, мы смогли победить, вау. Это было тяжело, ты сбежал на данный момент. Что, это еще не все? Нас 5? Я не против, слушайте, я наоборот даже за. Ребята, опускайтесь сейчас обязательно вниз и ставьте лайк под это видео, потому что если под ним наберется 10 тысяч пальчиков вверх, я обязательно сниму что-то подобное еще. Или выпущу вторую часть этого видеоролика. Новое что-то, сейчас новое. Ох, сидим все такие за столом, все такие серьезные, на переговорах. Интересно, что сейчас будет решать? Нет, иди ты в задницу, я боюсь пауков, я не могу, это мой самый страшный страх. Я, а! Меня передергивает от них, я ненавижу их. Все, заполз в кого-то черного. Ой-ой-ой, и что это означает, что это будет? Так, что-то нам заново надо делать. Все двери открываются. Open from bunker. Так, оранжевый, оранжевый ключ взяла. Лестница, лестница нужна, давайте лестницу воспользуемся. Тут тоже открываем на всякий случай. Кажется, я что-то обнаружил снаружи. Господи, теперь, скорее всего, тот, в которого заползли, будет пауком. Нам надо вверх, нам надо вверх. Я знаю, что у меня есть лестница, ее надо поставить. Только где? Вот-вот-вот-вот-вот. Лезем наверх. Здесь батарейка есть. Все, это все то же самое. Теперь я знаю, что делать, я научена жизнью. Ёшкин кот, нет! А я могу встать? Я чё, ничего вообще совершенно не могу сделать. Зараза, убил меня. Просто раскромшил на кусочки. Просто жесть, играть заново. Шоп, а что есть в шопе? Солдат? О, зомби-ученый, я могу солдата купить. Нажмите для просмотра. Ой, господи, это выглядит ужасно, я не хочу. Астронавта я бы хотела. Вот астронавт выглядит прикольно. Это луна, вообще супер. Кирпичный бизнесмен. У этот меня убил бизнесмен. Какой-то он слишком хороший. 85. Паучьих монеток. Здравствуйте, ребят, новенькие, которые играют. Вот этот Габриэль, он слишком хорошо играет. Француз, наверное, какой-то. Муа. Я хочу побыть пауком, очень хочу побыть пауком. Мне интересно, каково это вообще, что будет. Все ходишь, убиваешь как-то. Я тоже хотела бы за паука выиграть. Давайте, пошла игра. Пошла игра! Кто же будет паучком? Сползает. Дайте мне паучка, дайте мне паучка. Ко мне не захотел идти вообще. Нет! Ко мне, ко мне, ко мне! Нет, не я, да что такое? Ну, было очень близко. Была вероятность. Мне кажется, это... Я надеюсь, и мне кажется, что этот чувак очень плохо играет. Так, тут синяя дверь нужна. Хорошо. Хорошо. Тут лестница нужна, лестница. Я не помню уже где, господи, каждый раз играешь и не помнишь. Лом нужен. Лом находится где-то в какой-то другой комнате. Сейчас, надо найти. Где-то здесь, может быть. Нет, паука выпустили. Нет. Где-то лом надо найти. Ну, я вот это вот нашла, гаечный ключ, тоже неплохо. Надо бункер открыть. Да спасибо, какого черта ты закрыл передо мной дверь? О, лестница, лестница, отлично. Так, идем, лестница нам очень сильно нужна. Мы там сейчас, я не помню, что мы там откроем. Который раз, я уже третий раз играю, я не помню, что там. Что мне делать, когда я лестницу поставлю. Надо на второй этаж. Срочно. Очень срочно. О, здорово, пока, пока. Встретимся в следующий раз. Я надеюсь, он меня не видел. Я уже запуталась. Куда, блин, ходить здесь? Блин! Он двоих уже сожрал. Двоих сожрал. Надо как-то обойти. Надо что-то сделать, чтобы не попасться ему на глаза. Ой-ой-ой. Убегай, 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 дурак. Он на тебе бьет. Лола, каким образом они снова живы? Давай, давай, давай. На второй этаж. На второй этаж надо. На второй этаж. Срочно. Надо на второй этаж. Сейчас я лестницу поставлю. Кажется, здесь. Да. Идем наверх. И тут что-то можно вот красный ключ найти. А, это оранжевый. Лом. Нам срочно нужен лом. И хорошо, что я взяла его. Там можно что-то открыть с помощью него. Вот эту вот штуку. Вот эту вот штуку можно открыть с помощью него. Оранжевый ключ. Сюда оранжевый ключ. Быстрее, 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 быстрее. Давайте же сделаем это быстро, пожалуйста. Понятно, они ничего не делают. Одна я тружусь тут, чтобы мы реально все открывали. Давай, открыла. Так, это у нас от паука, да, от паука защищает. Спрей от паука. Так, что тут еще у нас есть? Тут, кажется, мы... А, тут голубой ключ можем забрать. Только я не помню, зачем он нам и где его можно открыть. Ладно, сейчас найдем, ничего страшного. Тут девочка ходит, значит, тут можно ходить, ни черта. Тут нельзя ходить, он тут опять. Сейчас, где тут голубая дверь должна быть? Голубая, нам надо открыть голубую. Нам надо взрывчатку найти, чтобы открыть бункер. А туда батарейку вставить. Вот сюда вот, зеленый ключ. Господи, ребят, пожалуйста, батарейка, что-нибудь сделайте. Умоляю, умоляю, умоляю. Умоляю. Блин, господи, тут ключ нужен. Ключ, ключ, ключ. Я не помню, где ключ. Я не помню, где ключ. Я очень сильно не помню, где ключ. Мамочки моя родная, пожалуйста, найдите ключ. Найдите этот чертов ключ. Серьезно, не помню, где. По-моему, я на втором этаже его оставила. Давай, 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 давай. Пофиг на синий ключ. Давайте уже найдем вот что-нибудь. Кажется,
здесь, кажется здесь, кажется здесь. Нет, здесь ничего нет. Здесь вообще ничего нет. Паук был ошеломлен на 20 секунд, уже хорошо. Кто-то все-таки спреем воспользовался. У нее есть желтый ключ, а у меня есть синий ключ. И нафига они нам нужны? Здесь нужен желтый ключ? Блин, нам срочно нужен ключ другой. Ключ, чтобы, от, ну, типа, отвертка. Пока, 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 пока. Встретимся в следующий раз. Пока. Все, ты меня не найдешь. Что-то надо сделать, найти ключ надо. Я не знаю, может, он у кого-то есть уже. Видишь, там паучка. О, супер. Желтый ключ нужен, ребят, желтый ключ. Батарейка. Есть батарейка. Здесь включили. Поднимаемся и батарейку вставляем туда, 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 туда. Слава богу, она ко мне не может подойти. Есть, включили. Меня опять он убил, господи, зачем? Какого черта я вообще за собой дверь не закрыла? Я не знала, что он может сюда зайти, но я хоть что-то полезное сделала. Капец, это страшно, это очень страшно. Давайте, чуваки, давайте, давайте. Я вас умоляю, найдите, найдите что-то, делайте другое, еще до конца как-то исправьте это все. Вы должны открыть фиолетовую дверь. Давай, я тебя умоляю, хоть куда-то побегай. Габриэль, ты же умный. Я знаю, что ты умный, ты за паука очень хорошо играл. Ой, о, все, беги, беги, беги. Да бегите же. Yes, yes. Хоть кто-то да прошел уже, как хорошо-то. Это было тяжело, это очень тяжело. Особенно, когда случайно натыкаешься на этого чертового паука. Я же разнервничалась, я ненавижу пауков просто. Опять те же самые, привет, ребят. Опять этот Габриэль, здорово. Дайте паучка, умоляю, дайте паучка. Очень хочу побыть за паучка. Хоть бы мне, хоть бы мне, хоть бы мне, хоть бы мне. Я хочу, 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 хочу. Давайте же, дайте мне, одни и те же играют, слушайте. Ну, может, вот эта вот новенькая еще одна девочка. Рыжая. Только не давайте ей, умоляю. Мне дайте, мне дайте, мне дайте. Нет, нет, опять Габриэль, то нам же трындец, за что вы творите? Он же жестко нас сейчас всех отловит просто. Сразу же делаем все поэтапно, как всегда. Красный ключ. Я не помню, зачем он вообще нужен, не хочу его брать, потому что, мне кажется, я не видела просто дверей, для которых он нужен. Оранжевый, оранжевый я знаю, куда нужен. О, лестница, лестница важнее, потом уже оранжевый ключ. Так, батарейка, 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 сори, сори. Сейчас я вставлю батарейку, и все будет супер. Зеленый ключ нам нужен, зеленый. О, мамочки, моя родная, что я запуталась уже совсем. Красный ключ нужен. Где-то он здесь был, по-моему. Так это оранжевый, это не то. Лестница, а где я делала лестницу? Лестницу помогите найти. Вот лестница, лестницу нашла. Да что ж такое, что ты делаешь? Не закрывай, пожалуйста, нам на второй этаж нужно. Сейчас я поставлю лестницу, открою потом оранжевым ключом, и все будет отлично. Мы должны его выиграть, в конце концов, в этот раз. Так, оранжевый ключ, нам очень нужен оранжевый ключ. Каким образом? Его же тут даже нет. Что это было? А, я в паутину упала. Так, 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 оранжевый ключ. Где он? Я его видела где-то. Я его видела. Здесь что-то есть? Здесь нифига нету. Хорошо, это нормально. Это даже хорошо. Твою дивизию надо убежать куда-то, ребят. Помогите, помогите, помогите. Он сейчас придет к нам, ребят. Где паук? Почему он не выходит за нами? Расставляет, наверное, всякие преграды, препятствия. Да, вы просто посмотрите, что он творит. Красный ключ, отлично, иди сюда. Нам нужен зеленый ключ и батарейка. Очень нужен зеленый ключ и батарейка. Так, гаечный ключ тоже нужен. Зараза, слишком хитрожопый паук, если честно. Он слишком хорошо играет. Я не знаю, как его обыграть. Он просто заминировал все ходы. Давайте я это на себе испытаю. Я не умерла, все нормально. Сейчас меня отпустят. Все, шикарно. Так, на второй этаж. Он, наверное, на втором этаже. Да, он там, он там, он там, он там, он там. Закрываем. Нам нужен лом, срочно нужен лом. Где его взять? Я не помню уже. Они всегда в разных местах стоят, лежат. Ребят, хоть что-то откройте, почему вы нифига не делаете? Вот сюда иди, эй, красный ключ Red Key, сюда, сюда Red Key. Ёшкин кот, что там у них происходит? Здорово. У вас тут все нормально? Что он делает? Господи, мне срочно нужен красный ключ. Там, скорее всего, лежит лом. Мне нужен красный ключ. Вышла на заднем дворике, отлично. Тут меня никто не найдет. Что это странные такие препятствия? Обалдеть. А я сбежать не могу. Очень жаль. Кого-то убили, да за что? Ребят, ну как? Ё-моё, какие страшные звуки. Вы хотите сказать, мы с ним не справимся? Пожалуйста, пожалуйста, я вас умоляю. О, взрывчатка, взрывчатка. Очень срочно нам нужна взрывчатка. Есть. Так, уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Я надеюсь, его здесь нет. Мне надо на улицу выйти. Очень нужно выйти на улицу. Так, здесь мы пробежали. А! Откуда он появился? Я его не видела! Я его не видела! Опять я умерла. Да что ж такое? Каким образом так получается? Я ужасно пугаюсь, ужасно пугаюсь. Он еще одну просто... Фух, слава богу, она смогла справиться с ним. Все, вот так тебе, получай. 4 ноги, 4 руки. Так, тут еще, давай, 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 взрывчатка, используйся на улице взрывчатка. Я тебя умоляю, открой бункер, открой. Тут оранжевый ключ, все, он не нужен просто. Ты там не сможешь выбраться, я тебя умоляю, хоть что-то сделай. Хоть что-то сделай. Взрывчатка на улице должна быть после моей смерти. Только она осталась? Нет. А, да, лол,
что? Что мы здесь вообще делаем? Нас отсюда может как-то выпустить? Паук просто чилит на крыше. Давай же. Возьми лом. А, он, наверное, уже не нужен. Тебе взрывчатка нужна. Очень нужна взрывчатка. Спускайся, его там нет. Все, мне кажется, мы проиграли, потому что мы играем вчетвером, но вообще впятером, минус один паук, мы играем вчетвером, четыре мирных, и она осталась последняя. Если она что-то не сделает, чтобы нас освободила, либо если она сейчас умрет, то все, эта игра закончена просто. Слишком классно играет паук, он знает, где расставлять надо паутинки, где ловить, где за кем бегать, что делать. Я вообще не замечала, он каким-то образом несколько раз меня убил. Давай же, я тебя умоляю, хоть что-то сделай, где паук? Он вообще на улице чилит, он никого не может найти. Я тебя умоляю, спустись ты вниз, почему ты здесь? Давай. Да ты могла там просто прыгнуть, взрывчатку найди, умоляю, взрывчатка. Тебе надо хоть что-то открыть, тут взрывчатки нет, как? Вообще ничего еще не открыто, мы проиграли, короче, мне кажется. У меня такое чувство, что она не справится. Почему она всегда здесь стоит? Такое чувство, будто ее здесь не могут поймать. А где паук? А, он на заднем дворе, что? Как они разминулись? Давай, я не знаю, хоть что-нибудь сделай, умоляю, хоть что-нибудь. Это очень глупо. Сейчас через 3 минуты паук, наверное, выиграет. На крыше ползает, на крыше. Он ее высматривает, ловит. Делает все возможное просто. Он, наверное, пытается сейчас паутинку где-то поставить. Интересно, а паутинки ограничены или нет по количеству, которые ты можешь расставлять? Мне кажется, их можно было бы тогда бесконечно просто расставить, и все в паутине. Она бегает, она не знает, что ей делать. Да ты серьезно? Бегай, искай ключи, хоть что-то делай. Жалко, я не смогла бункер открыть. Это было очень хорошо. Все так хорошо шло. Что ей надо сделать, чтобы она нас открыла? Чтобы мы заново возродились так, как они в прошлые игры. Он на крыше просто, он опять ее пытается подловить. А, он хочет вот так вот резко на нее спуститься и сразу же взять ее и убить, походу. А-а-а, все, у тебя не получится ее победить. Отлично, давай. Иди хоть что-то делай, я тебя умоляю. Найди все нужные ключи. Вот батарейка, надо было, блин, зеленый ключ надо ей найти для начала. Иди на второй этаж, может быть, там что-то откроешь. Что ты делаешь? Что ты творишь? Взрывчатку нашла или что? Нет, так а что она делает? Я не могу разгадать этих мувов всех. Она просто убегает от него, походу. А он может там сейчас за дверью поставить просто паутину. 30 секунд, да у тебя шансов нет. Ой, она опять его взяла и попшикала. Походу, пшикалка закончилась уже. Все, походу, больше нет у нее ее. Капец, 5 секунд осталось, и мы ничего не сделали в этой игре. Мы вообще ничего не открыли, вообще ничего не исправили. И вообще ничего не получилось. Напоминаю вам, что когда наберется 10 тысяч пальчиков вверх, я обязательно выпущу еще одну часть продолжения этой игры. Подписывайтесь на канал, а еще я вам хочу напомнить то, что в описании есть ссылочки на мои соцсети, обязательно подписывайтесь. Ну а с вами была Настя, всем пока-пока!